Участники Республиканского совета ветеранов намерены помогать педагогам школ в проведении уроков патриотического воспитания. Вообще, социальная направленность в работе ветеранской организации проявилась с самых первых дней ее появления, с реализацией программы «Забота». Тогда, а это было в конце 80-х, ветераны совместно с органами социального обеспечения и здравоохранения проводили обследование условий проживания инвалидов и участников войны, семей погибших военнослужащих и одиноких пожилых людей. Ну а в эти мартовские дни ветеранскому движению «Мариэл» исполняется уже 30 лет. Насколько позволяют силы, ветераны-активисты принимают участие в общественной жизни республики. Один из таких проектов – подготовка и издание книги памяти «Мариэл» и книги «Они защищали Родину», когда были установлены имена почти 800 солдат и офицеров, умерших в годы войны от ран и болезней и захороненных в братской могиле на Марковском кладбище. Когда мы все вместе, мы более могущественная, более такая сила, которая может решать задачи, связанные да с любыми вопросами любого ветерана. Вот это самое важное. А потом у нас большой жизненный опыт. Мы знаем историю развития нашей страны, нашей республики, участвовали сами в этом. И патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения – очень важный вопрос. А еще для нас важно, нас жизненный потенциал. Мы объединяемся в кружки художественной самодеятельности, мы занимаемся физкультурой и спортом и делаем очень важные дела, касающиеся объединения усилий всех ветеранов вот на решение этих проблем. И я бы хотела сегодня поздравить всех ветеранов с нашим праздником, пожелать всем крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и как можно и дольше радовать родных своим присутствием. Отмечу, что сегодня в действующем составе Марийского республиканского совета ветеранов работают 63 человека, а всего в Мариэл 310 первичных ветеранских организаций.